Всем доброго времени суток, мои дорогие подписчики, с вами Роман. Видео создано в ознакомительных целях, не является призывом к каким-либо действиям. В каждом ролике я только рассказываю, где зарабатываю и куда лично инвестирую. И сейчас я вам расскажу, как зарабатывать $1000 в день, может даже и более. Да, вы не ослышались, при этом можно это зарабатывать абсолютно без вложений. Вот, рисков здесь, как видите, никаких нет, если не требуется вложение. Также есть заработок и на инвестициях. И вы меня постоянно просили что-то найди. Все вы помните Green Miner, которым можно было заработать ну колоссальную прибыль. И сейчас на рынке видим, что ничего нет. Просили меня найди что-то стоящее. Вот как я сегодня обещал вот 3 часа назад, то что уже сделаю обзорчик, если получится, по игрушке Big Race. Значит, эта экономическая игрушка называется у нас Big Race. Дело в том, что вы здесь можете зарабатывать как на инвестициях, ну, это будет чуть позже, примерно, может быть, через месяц, может быть, раньше, когда будут доступны, открыты все фермы. Сейчас заработок заключается в партнерской программе, а также в ставках. Ставки здесь длятся 30 минут, и эта экономическая игрушка написана на смарт-контракте BNB. Смарт-контракт прошел аудит, значит, работает только с Binance Smart Chain. Так, для того, чтобы вам здесь участвовать, вам нужно здесь установить обязательно кошелечек MetaMask. Как установить, пишите, кто не знает, можете написать мне в Telegram, я все подскажу, помогу. Вот, здесь ничего сложного нет, устанавливайте кошелечек, как вы его установили. Вам придется записать кодовую фразу, это набор слов. Обязательно ее сохранить еще на флешке, можно даже на листочек, еще где-то, чтобы никто не получил доступ к вашему кошельку. Сейчас у меня подключен кошелечек MetaMask, также здесь можно подключить еще и Trust Wallet. Работает только на монетке BNB, как я уже говорил. У кого нет монетки BNB, допустим, если у вас есть банковская карта, и вы хотите завести сюда деньги для того, чтобы поиграть. Выбираете там, к примеру, обменник. Тоже, кто не знает, могу вам подсказать. Пишите мне в личку насчет этого. Выбираете обменник и обмениваете уже, к примеру, рубли. Либо же просто наберите в Google там обменник, обменять там рубли, к примеру, на BNB. Но лучше выбирать мониторинги обменников, такие как BestChange, вот, чтобы вас там, так говорится, не обманули, чтобы был качественный обменник. Вот, работает только с монеткой BNB. Итак, давайте теперь опустимся ниже и расскажу вам уже, как здесь зарабатывать. Значит, сначала мне нужно зарегистрироваться. Я здесь уже зарегистрировался с помощью MetaMask. Давайте мы сейчас активируем ферму. У нас сейчас подключается кошелечек MetaMask. И сейчас я отправлю 0.05 BNB для того, чтобы получить свою реферальную ссылочку. Так, пока он грузится у нас, давайте кое-что вам расскажу. Так, примерно, ага, все. Нажимаем сейчас сюда подтвердить. Так, я активировал ферму. Так, все, ферму я уже активировал. Все, видите, я зашел в свой личный кабинет. Так, ну давайте мы сейчас еще откроем ссылочку по проекту, я вам еще не все рассказал, и дальше мы уже перейдем в личный кабинет. Так, тут хорошо, это все хорошо. Немножко MetaMask медленно у меня почему-то. Так, и смотрите, у нас здесь всего 16 ферм. Пока что открыты из них не все. Открываться они будут постепенно. Как вы видите, можно пока что открыть только несколько ферм. И теперь давайте перейдем, как же здесь зарабатывать. Если у вас есть команда, например, у вас есть там Петя, Коля, еще кто-то, и вы знаете, например, что вот у Пети, у Коли там мало средств, к примеру, а у вас больше, то вы можете выиграть в скачках. 100% вот сумма активации делится на 4 части. Ну, это, как говорится, условно. Конечно же, когда откроются все фермы, будут 10% еще от этой суммы выдаваться инвесторам. То есть вы просто активировали 16 ферм, и вы будете постоянно, пожизненно получать 10% от всех скачек. А скачки здесь могут длиться, ну, всю жизнь. И вы всю жизнь будете получать эти 10%. Все люди, которые купили 16 ферм, все инвестора будут получать, так сказать, от крупных игроков. К примеру, люди играли по $500,
примеру, было 10 человек, они каждый день заходят, играют по $500, и вся эта касса пожизненно вам капает. Как бы очень неплохой, я считаю, доход. Так, и дальше у нас есть партнерская программа. Смотрите, 13%, 8% и 5%. То есть, как я говорил, можно без вложений спокойно выйти на доход буквально $1000, если у вас очень много есть знакомых, партнеров, приглашать их сюда. Они могут где-то приглашать лидеров, сетевиков и зарабатывать очень неплохую прибыль. Так, что здесь у нас еще? Смотрите, скачки длятся 30 минут. Ускорение мы выбираем 001 BNB-шку, да, также есть у нас PDF-ки. Так, ну и здесь есть еще, перейти прежде чем к PDF-ку, давайте покажем вступление, это видео. То есть, очень красивое видео, видим прям просто мурашки по коже. Видим очень красивая здесь презентация. То есть можете все посмотреть, я буду комментировать. Ну и сейчас покажу вам уже личный кабинет, как выглядит, что, как и куда. Так, все, это мы ознакомились, пока что времени у меня нет. И давайте мы... Я, кстати, буду также ролики по новостям. Здесь новостей очень много у нас. Здесь у нас будут новости и по AirDrop. Давайте посмотрим PDF-ку. Так, видим, как у нас сейчас фермы какие работают. Это структура. Все почитайте, если кому-то что-то непонятно, есть очень хорошая PDF-ка. Так, ну PDF-ку и тут как бы все по игре, по ставкам, это как бы все понятно. Так, так, что у нас здесь дальше есть? Выбрать лошадь можно только один раз. Так, скачки длятся 10 минут. 10 минут, вот, выбор лошади, 10 минут забег. Так. По скачкам мы разобрались. Давайте перейдем в личный кабинет и как мы будем здесь зарабатывать. Смотрите, значит, здесь у нас мои фермы есть. Ферма. Так, опять MetaMask просит активировать. Так, давайте пока что будем разбираться. У нас сейчас первая ферма у нас активирована. Так. Так, 1, 2, 3. Так, всего тут 16 ферм. Так, фермы. Здесь можно, смотрите, нажать «Играть сейчас». Играть сейчас. Ну и как видите, то есть, как видите, здесь уже у нас лошадки, здесь у нас BNB-шка. Всего гонка завершена. Завершите гонку, чтобы... Ну, здесь, как я уже говорил, здесь, допустим, BNB-шки у вас. Давайте сейчас попробуем. Так, лошадь номер 4. Ну, вот как видите, у кого, кто победил здесь, победила лошадь номер 4. Так, давайте перейдем сейчас еще, где наш находится. Ладно, так, подключаем MetaMask. Все равно придется подключать. Так, у нас здесь, смотрите, есть наша партнерская ссылочка. Давайте мы ее сейчас скопируем. Это наш кошелечек, как бы, и это наш... Давайте, так, ссылочка скопирована. Ну и здесь, как вы поняли уже, нажимаем «Играть сейчас». Вот. Нажимаете «Играть сейчас». Так, и по языкам, смотрите. Сейчас хочу вам рассказать, так, коротко я вам рассказал, я надеюсь, что вы поняли. Если что-то непонятно, пишите мне все в Telegram, все буду подсказывать. Есть у нас, как видите, хинди, есть у нас... Португальский язык, Индонезия. И по рекламе я все-таки уверен, если здесь только языков, игрушка больше, я думаю, так сказать, набирает обороты именно в этих странах. В Индонезии, я думаю, там и в Португалии. Ну, я думаю, что очень много людей, которые любят это все дело. Вот, поэтому тут всегда будет и весело, то есть и всегда можно будет вот так вот зарабатывать на пассивном доходе. Так, ну давайте еще зайдем в фермы, я тогда MetaMask не подключил. Так, пока что здесь у нас не совсем понятно, как бы я вот это вот активировал. А, все, все, просто не сразу все обновилось у нас. Так, ребят, прошу прощения, вот. Смотрите, я сейчас
как бы, вот, гонка начнется, у нас показывает здесь, я так понимаю, то, что... Ага, 10 минут у нас дается. Вот, мы покупаем билет, и 10 минут у нас идет гонка. И мы можем ускорение делать по 0.01 BNB, если я правильно понял. Потому что ферма у нас сейчас, как видите, у нас ферма стоит 0.05 BNB-шек. Конечно же, если у нас будет ферма подороже, то там у нас и ускорение будет подороже. Вот, в общем, как-то так это все примерно выглядит. Значит, смотрите теперь дальше. Будут, конечно же, ролики дальше по этой игре. Буду более подробно все рассказывать по новостям. Вот, вы покупаете билет. Дальше у вас получается забег. После забега у вас какая лошадь побеждает. И все это распределяется равномерно, так как это смарт-контракт. Ну и также партнерский. Ссылочка остается моя под видео. На этом желаю вам удачных заработков. Не забывайте никогда о рисках. Ну и до новых встреч.